Одинцовские единороссы проводят акцию «С Новым годом, ветеран». Навещают ветеранов, тепло беседуют с ними и вручают подарки от Московской области, муниципалитета и «Единой России». Так, руководитель партийной фракции в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев навестил ветерана Великой Отечественной войны Марию Захарову. Присоединился к акции и депутат Госдумы Денис Майданов. Он навестил ветерана Великой Отечественной войны Николая Чепуренко. Также единороссы поздравили Анатолия Пшеницына и Антонину Еловскую. Вручение подарков активистами партии проходит совместно с добровольцами Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и молодогвардейцами.